Я поднимался по нашей набережной и смотрю, Виктор Николаевич на скамеечке скучает, сидит, тоже с этюдником. Он мою работу посмотрел, говорит, не хочешь, чтобы я сделал твой портрет? Ну, давай. Он говорит, прямо здесь напишу тебя. Я думал, где-то в мастерской попишем. Ну, хорошо. Сосед с полтора мне показывает работу. Он не стеснялся, я мог посмотреть. Но я знаю, что художнику очень неприятно, когда подсматривают в процессе работы за спину. Я поэтому спокойно досидел эти полтора часа. Смотрю, он написал совершенно на другой стороне. Он написал не с той стороны холста, это был картон грунтованного, а на другой, он тоже был светлый. Он тоже это увидел, огорчился, говорит, вот перепутал. Типа, старость не рада, что-то такое он произнес. Попросил его сделать автограф, поскольку я в то время его очень уважал. Я полностью понимал, что передо мной художник отличается своим дарованием от всех остальных. Вот именно этим светом своя манера, вот эта вот доброта подкупала, скорее всего, личность его. Все вместе, три компонента как раз показывали, что это человек, с которым можно общаться, который поймет, и действительно настоящий хороший человек.